перших словах за те, що Господь для кожного із нас допоміг прибути в дім молитви, я закликаю всіх вас сказати «Слава нашому Богу!» Слава. Тому що Бог є добрий, милості багатий до кожного із нас, допомагав нам, охороняв нас, доми наші, сім'ї наші, посилає все необхідне. Маємо такі добрі, благоприємні дні, дні погоди. Здавалося б, що вже, можливо, і забагато того сонця, але я думаю, що небагато часу пройде, ми будемо знову молитися, Боже, дай нам гарну погоду. Сьогодні будемо дякувати за цю погоду, яку ми маємо. Хай Господь благословить і наш час цього служіння. Хай Господь благословить кожне серце, хто направився, хто в дорогах, хто вже є на цьому місці, щоб наше серце будемо готувати, щоб воно було відкрите, що буде Господь говорити до нас. А Він скаже те, щоб воно було для збудови нашого серця, тому що Господь піклується про своїх дітей, а ми є Його діти. Він знає наші бажання, Він знає наші переживання, Він знає наші радості. Хто скорботи переносить, потішає тих, хто радується, будемо радуватися з тими, хто радується. Хай Господь благословить. Слово Боже говорить нам такі слова, це в книгі приповісток читаємо. Коли йдеш до Дому Божого, то будь більше готовий для того, щоб слухати, ніж для жертвоприношення. Тому що вони не думають, що худо творять. Так говорить Слово Боже. Отож, будемо готовити своє серце для того, щоб наше вухо було відкрите, що Господь буде говорити. Прочитай два вірші Слова Божого, будемо ставати на наші ноги і дякувати Богу за все, що Він послав для нас. Післання апостола Павла до римлян, 12 розділ, 1-2 вірш. Тож благаю, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Встаємо для молитви. Алілуя тобі, Господь. Слава тобі. Хвала тобі. Честь тобі, подяка. Достойте прийняти від нас славу. Достойте прийняти від нас славу. Дякую тобі, Боже, за добрі часи. Алілуя тобі, Господі Боже. Слава тобі за те, що, Боже, твоя рука, вона, Господь, протягнута і готова нас благословляти. Господі, Боже вічний, ти знаєш кожне жаждуще серце. Боже, утішай серця втомлені, підкріпляйте, Господь, своїми, Боже, благословеннями, своєю силою, яку ти маєш, Боже, для кожного із нас. Слава тобі! Алілюя тобі! Отець Небесний, Господь і Бог наш, я в перших словах, Господь, перебуваючи в домі Твоєму, своїми устами, хочу разом з народом Твоїм, Твоїми дітьми, принести Тобі подяку. Слава тобі, Господь! Хвала тобі за те, що Ти є наш батько, а ми є Твої діти. І ми до Тебе, Господь, молитві свої приходимо, словами подяки за все, що ти посилаєш для нас, Господь. Ми ще, Господь, маємо, Боже, все необхідне, користуємось, Боже, великими благами земними на цій землі. Боже, ти нас духовно благословляєш, Ісус, дорогий. Ми маємо, Боже, такий добрий час. Ми маємо відкриті двері. Ми маємо, Господі, стільки часу, Ісус, дорогий, для проведення в домі Твоєму. Це добрий Тобою даровний час для кожного із нас. Я дякую Тобі. Тільки поможи нам, Господь, ідучи за Тобою, Господь, шукати лице Твоє, Боже, і бути вдячними за все, що Ти посилаєш для нас. Господь і Бог мій, ми нуждаємось також в Твоєму благословенні і на цей час цього служіння. Благословити, Боже, кожного, хто переступив дім порога цього. Благословити, Ісус, дорогий. Благословити, Боже, від старшого до самого молодшого. І нехай наші вуха будуть відкриті, щоб ми почули, що ти говориш до нас, до нашого серця. Ісус, дорогий, благословити тих, хто буде говорити Слово Твоє. Нехай Слово Твоє, Господі Бог мій, буде сказано, Господь, під помазанням Твого Святого Духа. Благословити, Боже, наших, Господі, хористів, які будуть співати, і всіх, хто буде участвувати в співі. Хай ця слава буде теж для Тебе приємна, і вона буде для збудови нашого серця. Все це прошу в ім'я Твоє. Ти знаєш, скільки є хворих, Господі, із нашої церкви, наших братів і сестер,
які не мають такої змоги разом з нами бути в домі Твоєму. Ми за них молимось, ми їх благословляємо. Господь, почуйте, Боже, наші молитви, і нехай наші брати і сестри приходять в дім і разом з нами цю жертву хвали приносять для Тебе, єдиного святого праведного Бога. Ми в Тобі нуждаємось, і за все Тебе щиро дякуємо, наш вічно живий Бог. Амінь. Ми всі разом заспіваємо молитовний псалом «Почуй мене, Боже, коли я сумую». Браті і сестри, за те, що ми в Домі Божому, за те, що ми можемо слухати оце святе Слово Боже, і за те, що брат нагадував, що добре і погода, і все сопутствувало, щоб ми були сьогодні в цей вечірній час в Домі Божому. Тому ми неначе об'язані сказати тому, який сотворив небо і землю, слава Богу, алілуя. І нас по образу і подобію своєму. Самий совершенний із всього, що Бог творив, це людина, браті і сестри, образ Божий. Цей вечірній час, браті і сестри, я особо хочу бути вдячний Господеві за себе і за свою дружину, за свою сім'ю і за весь народ Божий. Браті і сестри, часом хочу маленько так трошки сказати,
часом так, ну, обіжаюсь, як будь-то, провідую свого брата і кажу: Господі, все такий же, все теж, нічого якби кращого немає. Чому так? Коли я дочекаюсь чи не дочекаюсь? Але знаєте, браті і сестри, завжди треба рівняти на когось. Навіть якщо нам тяжко, якщо нам щось болить, ви знаєте, комусь більше болить, комусь ще тяжче, комусь важче нести той хрест або якусь хворобу. І прийшлося мені на минулому тижні провідати цього ж брата Толіка Бабець, якого, за якого ми часто молимося, тому що мама пише. І ви знаєте, я так взяв і порівняв, і кажу: Господи, то ще багато не так, мій брат страдає, і ми разом з ним. Там дійсно тяжке положення. Тому, браті і сестри, сьогодні рівняємося на тих, дивімося на тих, кому тяжче. Христос перед своїми стражданнями сказав такий вірш, він чорним шрифтом обозначений. Каже: «Огонь прийшов я не звесь на землю, і як я желав, щоб он уже возгорелся. Крещенням я должен креститься, і як я томлюсь, пока это совершится». Христос, коли прийшов на землю, він мав такую, браті і сестри, ну, тягар такий. Коли перед своїми стражданнями каже: душа моя скорбить смертельно. І він право просив оцих небагатьох учнів, просив, каже: побудьте зі мною. Побудьте, пободрствуйте. Ну, хоча б час там якийсь пройшов. І ви знаєте, що вони не могли бодрствувати. Глаза їх отяжелели. Він сказав такі слова: дух же бодр, плотні пользу немало, а дух бодр. Браті і сестри, сьогодні нехай в нас буде дух бодр, і наша плоть нехай буде, тому що Павел каже: представте тіла свої в жертву живою, благогодною Богу, для розумного служення вашого. Браті і сестри, те, що від нас, ми віддамо Богу в цей вечірній час, те, що від Нього, ми попросимо, щоб одержати. І він дасть нам, друзі дорогі, він дасть нам одержати те, тому що він хоче благословляти. Він хоче і оздоровлювати, він хоче спасати. Він хоче благословляти кожного, хоче, щоб ніхто не загинув, щоб всі мали, пізнали Господа і мали життя вічне. Я бажаю прочитати, і, можливо, навіть, браття, сестри, залишу таку думку для всіх вас, тому що сам не рішаюсь так аж пояснити, як для мене то воно зрозуміло, і то не зовсім. А більше часу, можливо, ми нашому гостю залишимо і будемо слухати сьогодні, щоб почути те, що Бог приготовив для всіх нас. Я читаю, браті і сестри, останні стихи 12 голови Євангелії Луки. Читаю 54 вірш і нижче, і до кінця. А ми уважно давайте вислухаємо, браті і сестри. Я багато розсуждав над цими, не знаю, скільки я читав за все своє життя, але щось так не дуже вникав.
А от коли знав, що буду проповідувати, то я так ретельно. І навіть позвонив до свого брата, кажу, допоможи мені. Його, ну, наче українська Біблія, там останнього переводу, чи такого правильного. І він багато навіть, ну, ви знаєте, Славік, багато буває на судах, щоб кого-то защищати там, щоб... І я йому кажу, багато ти буваєш, то ти маєш опит. Розкажи, якщо йдеш, тут Христос говорить раніше, якщо ти йдеш до начальника з своїм суперником, то Христос каже, постарайся освободитися по дорозі, коли йдеш по дорозі. А інакше, може, каже, бути таке, що він віддасть тобі, тебе до судді, а суддя далі і тебе зачинять, і там, каже, будеш, поки не віддаси до останнього квадранта, або до останнього гроша, так в українському. І я ж так, знаєте, собі розсуждаю, ну, хорошо, а якщо я ж суперником йду, але я не винуват. Я говорю до брата, чи, ну, як я чувствую повністю, що я ж правий, я не винен, але йдемо до судді. І ви знаєте, що мені брат сказав? Каже, освобождайся, бо, каже, тепер і суддя може бути навіть підкуплений, і адвокат наняти, і ти правий, а тебе зроблять неправим, браті і сестри. Але я так розсуждав, що, ну, хіба ж ми всі такі праведники, такі чесні, як не в тому, то в чомусь іншому. І ми всі, але ж той суддя праведний, то він правильно і розрішить. І каже Христос, якщо ви не прощаєте долги должникам вашим, то і Отець ваш Небесний не простить. Я читаю ці слова, браті і сестри. Тут написано так, 54-й вірш, 12-та голова. Сказав же і народу, когда вы идете, когда вы видите облако, поднимающее с запада, тот час говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. И так бывает. И Христос скажет до их лицемеры, лицо земли неба и неба распознавать умеете. Как же времени этого не узнаете? И вот цей ключевий вірш такий буде 57-й. Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Браті і сестри, такий цікавий, правда ж, таке цікаве запитання. І воно касається всіх нас. Я хочу сьогодні так трошечки взяти ще старого заповіту із книги царів, перша книга царів, там остання чи передостання голова. Зачем же ви и по самим себе не судите, чему быть должно. Браті і сестри, я зробив такий маленький експеримент, ви знаєте. Думаю, ну, хорошо, я не винуват. Я чувствую, що не винуват. Але я буду просити прощення в того, і буду вину на себе складати, вину, що я винуват. І ви знаєте, коли я так став, так здалека зайшов трошки, і думаю, ну як почати?
І все дійшло до того, що я кажу, я виноват, прости. Да ні, ти не виноват, я теж виноват. Ви знаєте, що? Ну ми всі в чомусь винуваті. І так хорошо вийшла ця бесіда. Мені прямо так, якби був такий експеримент. Я навіть не за себе просив, але себе включив. Я кажу, винуват. Я виновен. Прости. Та я нічого на тебе не маю, я от на нього маю. Браті, і його прости. Ну і ти ж теж. І я, каже, винуват. Ви знаєте, от такий розговор в нас вийшовся. Христос, написано, пострадав за нас, коли ми були іще грішниками. Він за нас пострадав, праведник за неправедних. Не во всьому він був іскушен, крім гріха. Гріха він не мав, Христос, Син Божий. А пострадав за гріхи наші. І ми, браті і сестри, сьогодні оправдані через кров Христа, через жертву Христа. Ми це розуміємо. Я так знаю, що ви всі розумієте те, що ми оправдані через те, що Він став жертвою за гріхи наші. І тому, браті і сестри, не скупіться на те, щоб воздавати Йому славу. Не скупіться, браті і сестри, в наших собраннях, щоб дякувати Господеві. Не скупіться. Він достоїн слави. Каже Яков свого часу. Я, каже, з цим посохом перейшов цю Йордан. З цим посохом. А тепер, каже, в мене два стана, браті і сестри. За якісь там 20 років він нажив таке багатство. Жінки, діти, стада. І він, ви знаєте, що дякував за це. І якщо зрівняти нас, браті і сестри, якщо, ну і згадати, з чим ми прибували в цю країну, теж невеличкі були ті, але на сьогоднішній день, браті і сестри, нам добре. Ми в ізобілії, хватає, браті і сестри, всього, хватає. І житла, і є на чому їхати, і є кров над головами нашими, і є, браті і сестри, якісь запаси навіть невеличкі. Можливо, в кого більше, в кого менше. Є за що дякувати. Але Христос каже, зачем? Але ми часто, таким питанням задаємося, а що завтра буде? А що далі? І ви знаєте, що Христос сказав цим людям? Зачем ви, каже, і самі по собі не знаєте, чому, не узнаєте, чому бить должно? Я повинен розуміти себе, браті і сестри, ви кожен себе повинен розуміти, який я сьогодні, який я був вчора, яким мені треба бути. Зачем же ви саме по собі не знаєте, чому бить должно? В українському переводі трошки інакше оце слово. Не чому бить должно, а що справедливо. Браті і сестри, що справедливо або що має бути? Я хочу прямо навести такий один приклад і буду закінчувати старого заповіту. Можливо, я не буду читати, ви дуже добре знаєте, коли Саул закінчував своє царювання, коли філістимляни вже були на території Ізраїля, і він став кликати до Господа. Через пророків вони не Бог не відповідав. У сні не відповідав. Нічим не відповідав. І він, знаєте, що навіть дійшов до такого, що пішов до жінки, яка визивала мети. Йому треба було Самоїла, йому треба було відповідь. Ви знаєте, що це спорне таке місце писання, хто відповідав йому, але відповідав правильно. І каже, зачем ти тривожиш мене?
якщо Бог тобі не відповідає? Якщо Бог тобі не відповідає, то зачем ти тривожиш мене? Ти, каже, не виконав того, що тобі заповідано було. І особливо за Амаліка. Бог сказав Естері. Бог, каже, прогнівався. За це Бог прогнівався. І, можливо, Саул, якби так, взявся за це діло, якби справив, можливо, був би помилований він. Але він цього не зробив, коли ще була оця дорога, коли ще було це царування. І каже такий приговор строгий, каже, завтра ти і сини твої будуть разом зі мною. Браті і сестри, оце суди сам по собі. Ти не зробив того, що тобі було сказано. І Бог отверг тебе. Браті і сестри, сьогодні ми маємо час. І як то брати нагадують, брати, почти всі брати, ми маємо, каже, добрий час. І це так, ми маємо добрий час, щоб предстати перед Богом. Щоб сказати Йому і те, що наболіли, і те, що, можливо, треба, браті і сестри, треба просити. У нас багато є нужд в народі. Заходять в братерську і теж з такими нуждами, з болями, браття і сестри. І ми чуємо і інший так, і між нами. Але є в нас Господь, є той, який ісцеляє, який врачує наші рани, той, який чує молитви, браття і сестри. Я знаю, що ви кожен, і я теж, можете засвідчити, коли молитви були почуті, коли відповіді були дані для вас, браття і сестри, коли ми одержували те, що просили. І сьогодні Він той самий Господь. Ми часом так, браті і сестри, хочемо розповідати, проповідувати за того Христа, який був. Але Він сьогодні є, браті і сестри, і Він той самий. І ми будемо склонятися перед тим самим Христом, який говорив тоді до народу, а сьогодні говорить до нас. Нехай Йому буде слава. Склоняємо коліна наші. І молимося Йому. Амінь. Алілуя. Алілуя. Благословен Бог. Благословено Твоє ім'я, Ісус. Алілуя. 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 Слава Ісусу. Я дякую Тобі, Господь, що Ти благоволив зібрати нас сьогодні. Як пташка, пташенят, благоволив Господь, алілуя, щоб нас зігріти, щоб нам дати пищу, щоб поїти живою водою, щоб, Господи Боже, Духом Святим наповняти, алілуя. Селера фармай, селера дорогий. Алілуя, славлюю Тебе, Ісус. Я дякую Тобі, Господь, алілуя. Ти благословив, Господь, женщин. Ти сохранив нас всіх, Господи, живими. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ми в домі Твоєму. Алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. І я Тебе славлю, Ісус, і величаю, рікалаю, зареведе равдес. Равідикий, саравала равдес, алілуя, святий. І праведний даж Боже, прийми хвалу сьогодні. Прийми хвалу сьогодні, Господи, від Твого народу, алілуя. Силу свою яви, Господь, алілуя, 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 ми чекаємо, Господь. Крамана лаудес, алілуя, святий наш і праведний. Ми, Господи Боже, щиро вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти є з нами в цей вечірній час. Ава, очері, глаудес, ава, лікарі, мене, глаудес, алілуя. Що Ти сьогодні зібрав нас, Господи, під кров свій, алілуя. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те слово, яке Ти, Господи, дав нам почути.
вже, Господи, сьогодні цей перший, другий проповіді, Господь. І ми Тебе дякуємо, що ми приїхали, чи прийшли, чи прибули, Господи, в дім молитви. Сьогодні ми хочемо воздати Тобі славу в піснях, молитвах, в віршах, Господи, все це, що від нас прийми, Господь, як жертву вечірню, Господь, алілуя. І те, що від Тебе ми чекаємо, щоб Ти благословив всіх, Господь, я молю Тебе за кожного. В цьому домі, Господи, нехай слава Твоя являється, Господь. І наші молитви, і прошення, і благодарення, Господи, прийми, почуй і благослови. А ми, Господи, будемо вдячні Тобі, за все Тебе будемо славити, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Yeah.
Слава Богу. Коли ангел явився Іоанну, коли був на острові Патмос, і ангел показував, чому надлежало бити вскоре, і пише Іоанн, і откровення Іоанна, каже, я коли це все бачив і чув, я впав і хотів поклонитися ангелу. Но ангел сказав, смотри, каже, не делай этого. Я служитель тебе и братьям твоим пророкам. Каже, Богу поклонись. И тоді ангел каже, и сказал мне, не запечатывай пророчество книги этой, потому что время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. Святой да освящается еще. Дорогі друзі, наш Бог святий. Від нас Він хоче, щоб ми були також святими. Я вже суждав, я читав це місця, і я вспоминаю, коли воно було в мене. Не часто так буває. Як обично читаєш Біблію, відкрив я Біблію, сів і почав читати. Коли я почав читати цю Біблію, відчув присутність Божу, відчув, що Бог тут присутствував, відчув, що Бог тут рядом. Я просто ноги, коліна по неволі склонилися, впав на коліна і став просити Бога прощення. От Його присутствие. Я став плакати, Господи, прости. І десь став споминати ті гріхи, які, може, вже і забувся. О, Боже, прости за те. Боже, прости за те. Будьте святі, тому що я свят. Наш Бог святий. І коли ми пристаємо перед святим Богом, і ми бачимо себе і починаємо просити Бога прощення. Однажды, коли Бог говорив до Моїсея і до Аарона, і він такі сказав слова: «Скажите синам Ізраїлем, я Господь, Бог ваш, освящайтесь, будьте святі, ібо я свят. І не оскверняйте душ ваших, ібо я Господь, виведши вас із землі єгипетської, щоб бути вашим Богом». І так, будьте святі, потому що я свят. Однажды в третій год царя Іоакима Іудейського прийшов цар Навуходоносор Вавилонський і заокружив город Єрусалим. Ви знаєте цю історію. І він окружив, він забрав цей город і став царство в цьому городі. І він дав приказання начальнику євнухов Асфіназу, що пішов в Ізраїль і вибрав із синів Ізраїлевих отроків, десь 12 років, біля 12 років, щоб були з царського рода, вибрати отроків, щоб вони були недостатком ніяким в тілі, красиві, росли, сильні, здорові. І щоб вони були способні до науки, коли їм пристане вчитися, щоб вони швидко брали цю науку, читали книги швидко і могли служити для царю. І це був приказ від царя. І був такий приказ ще. Їжу, цар сказав, їжу, яку я їм, щоб вони отроки теж їли. Вино, яке я п'ю, цар, і ці отроки теж пили. І між ними був Даніїл, ви знаєте, і Ананія, Місаїл, і Азарія. Але Біблія говорить, що Даніїл положив в серці своєму не осквернятися явствами со стола царського і вином, яке п'є цар. І коли він прийшов до начальника євнуху, це сказав йому, він удивився, злякався. Ти робиш, каже, мою голову виновним перед царем. Що буде, якщо цар побачить вас, які ви їжу цю не будете їсти, і побачить тих, які царську їжу їдять? І коли побачить вас худими, то моя голова буде виновна. А Даніїл що сказав? Підожди, дай нам 10 днів. Ми будемо їсти, дай нам овощі і чисту воду. І дай 10 днів, про течення 10 днів, ми пристанемо при тебе, і ти побачиш. І тоді суди, як з нами поступити. І коли дав цей начальник євнухів, дай їм 10 днів, проходить 10 днів, вони пристали перед цим начальником. Коли вони пристали, 4 отрука
Даніїл, Сідрах, Місах і Авдінаго, вони пристали, і пристали ті отруки, які їли царську їжу. І коли вони пристали, і начальник замітив, що вони виглядали краще ці четверо отруків. І вони рослішими стали, крепшими. І согласився, і каже: ви можете робити, тільки я вас буду їжу, яку цар вам дає, я буду вас забирати, вино забирати від вас, а вам давати овочі і чисту воду. І це цар сказав 3 роки, щоб ви навчалися науки і цю їжу їли царську. І коли ми бачимо, читаємо Даніїла, то ці отроки так рішили в своєму серці не осквернятися от яства стола царського. І коли це вони рішили, ми бачимо, далі читаємо, ще 3 роки не пройшло, тільки почалася учоба їх. Ми бачимо, Біблія каже, Бог благословив цих 4 юнаків. У них їм дав знання і розуміння всякої науки. Коли їм давали книжку, вони відкривали, читали і розуміли швидко. А Даніїлу ще Бог дав знання, розуміння сновидень і різних снов. І коли прийшло закінчення, 3 роки закінчилося, вони всі пристали, ці отроки пристали перед царем. І Біблія каже, вони кожен цар з кожним говорив, задавав питання, мабуть, вони відповідали, говорив з ними, і він не знайшов подобних цим 4 отрокам, всі отроки не були равні до них. І цар согласився, і вони стали служити царю. І ми читаємо, Біблія говорить далі, коли вони прийшли в цар, до царя, в царський чертог, і почали служити, в царстві було в царя мудреці і волхви. Але цар, Біблія каже, що замічено було, що коли цар задавав питання, ці 4 юнаків, отроків, відповідали в 10 разів краще, ніж ці старі мудреці і волхви. Даніїл положив в серце своєму не оскверняться яствами со стола царського и вином, который пьет цар. Дорогие друзья, я заметил, разве наше время таке не буває зари? Ми дивимося, цей світ предлагає, і князь цього світу предлагає для синам і дочкам, синам царя царів, дочкам царя царів, нечисту, оскверньону їжу. І ми бачимо, дивіться, і ця їжа не така їжа, що, можна сказати, ми купляємо в магазині, оскверняється. Їжа, яка оскверняє наш дух, наше серце. І як можна осквернити? Я вже думаю, як можна осквернити наше серце, наш дух? Це перше, наші очі. Скільки нечистої їжі заходить в наше серце, наш дух, через наші очі, через нечисті, грязні картинки, грязні фотографії, всякі грязні сайти, всякі кіно, мультики, ігри. Воно оскверняє, Бог говорить, Бог хоче, щоб ми положили в своєму серці не оскверняти нечисту їжу, яка з цього світу, який питається цей світ. Бог хоче, щоб ми положили в своєму серцю не оскверняти, тому що Бог каже, це нечиста для вас їжа. А скільки їжі нечистої входить в наше серце, в наш дух, через наші уші. Слухаючи нечисту музику грязну, слухати нечисті пісні грязні, всякі грязні пошлі історії, воно загрязняє, ми починаємо слухати, вникати, нас загрязняє, оскверняє наш дух, наше серце. Но Бог хоче, щоб ми положили в своєму серці не осквернятися нечистою їжу зі стола цього світу і не пить вина, яке п'є цей світ. А скільки є нечистоти, яка заходить через мислі в наш разум? Приходять, я не говорю за мислі, які мислення нашого серця, але мислі, які приходять в наш разум, приходять до нашого серця, і ми часто соглашаємося і починаємо думати нечисте, то нечисте, воно оскверняє нас. Бог хоче, щоб ми положили в своєму серці не осквернятися нечисту їжу цього світу, який предлагає цей світ, і вином, який п'є цей світ. Що Бог говорить за цю їжу? Що Біблія говорить? Ісус каже, не любіть міра, ні того, що міре. Ібо все, що міре, похоть плоті, похоть очей, гордость житейська, не єсть от Отца, но от міра сего. Мир проходить,
і похоть Его, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Я замітив, в Старому Завіті Бог говорив, оце ваш, вони мали їжу, Ізраїль, ізраїльський народ, оцю їжу ви можете їсти, а цю ви не можете, вона не чиста для вас. А сьогодні Бог предлагає свою їжу. Однажды Ісус сказав, я хліб жизни. І сказав Ісус, хліб Божий тот, который сходит с неба и дает жизнь миру. Тоді ученики кажуть йому, Ісуса, подавай нам кожен раз, кожен день цей хліб. Ісус каже, я хліб жизни. Приходящий ко мне не буде алкать, і верующий мене не буде жаждать ніколи. Дорогі друзі, у нас стоїть вибор, яку нам їжу питатись, но Бог хоче, щоб ми положили в своєму серці не осквернятися, тому що Бог наш є святий. Господь, Бог наш, вивів з цього світу, щоб стати нашим, моїм і твоїм Богом. Бог каже, будьте святі, тому що я, ваш Бог, святий. Хай допоможе нам Бог, йому нехай буде слава. Амінь.
Мир Божий вам, браті і сестри, благодать від Господа Ісуса Христа. Я би хотів, щоб легше було говорити і нам, щоб плодотворно працювати сьогодні. Просто хотів, щоб ми імели таку атмосферу. Атмосферу не центр уваги гость, який сьогодні серед вас, а атмосфера пусть буде присутствие Духа Святого. Це дуже важливо. Поэтому лучше сохранять себя в молитвенном служении, в молитвенном положении, молиться Богу и просто общаться с Духом Святым, но не гость. Гость – это такое дело, это человеческое. Вы знаете, я бываю во многих местах, иногда, я уже братьям говорил, иногда как представят перед церковью тебя, как расскажут все, что, кто, как, и выходишь до кафедры, ноги трясутся. Я говорю, братья, вы так сегодня представляете, что ноги трясутся? Так вот, чтобы не тряслись ноги, просто доступно, и все хорошо. Поэтому пусть будет сегодня присутствие Духа Святого. Это очень важно. Друзья, в прошедший раз, когда я был у вас, вы знаете, что просто тогда накопление гостей было, не было времени нам все говорить, и больше я так делал вступление и кое-что вам сказал. Что мы живем в смутное, очень сложное время. Особенно, смотрю, вот детей много у вас, подростков много. Сложно и тем, как в прошедший раз я просто чуть-чуть наведу мысли. Как в прошедший раз мы говорили, когда нас били свне, вот в той стране, и штрафовали, и судили, и гнали, не давали собираться на служение свободно, на бракосочетание не было свободно, возможности собраться, все было это, то мы становились дружнее. А когда нас пытаются разложить изнутри, это гораздо еще сложнее. Это то сложно, а то сложнее. Почему так? Тогда мы были дружные, тогда мы и компенсировали штрафы друг другу, тогда мы и молились, и собирали и для узников, и для семейств, и их все было. Сегодня, когда пытается либерализм, это склонность к плохому и поощрение всего плохого, он пытается просто разложить снутри и сделать вот что, чтобы церковь, вот, как апостол Павел сказал, она есть столб и утверждение истины. Сделать так, чтобы она не была сегодня церковь, как столб и утверждение истины. А чтобы просто была церковь сегодня церковью современной культуры. Все навсего. Церковь современной культуры – это все легкомысленное, и это все-все-все поверхностное. Вот это церковь современной культуры. Поэтому сегодня идет ужасная битва. Ужасное время. Тогда, когда нас гнали, когда гнали первых христиан, церковь всегда умножалась. А вот когда пытаются разложить снутри, посмотрите, я снова и снова обращаюсь к Европе. Что происходит в Европе? Страны, уже большие страны, те, которые в свое время строили молитвенные дома и проповедовалась проповедь, вот, праведной верою будет жив. Сегодня эти храмы сносят и строят молы. Вот до чего мы сегодня приходим. Это я говорю в общем христианстве, это не за нас, не за вас именно. Итак, книга Откровения, 12 глава, 17 стих. Я снова хочу прочитать вместе с вами. Книга Откровений, 12 глава, 17 стих. «И рассвирепил дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань, и с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я не буду толковать книгу Откровения, я не буду толковать образы, что это за жена, кто это. Я просто хочу сказать несколько здесь выдержек. «Рассвирепел дракон». Против кого? Против тех, кто сохраняет заповеди Божии. Так что, уважаемые друзья, христиане, ждать лучших времен не ждите, их просто не будет. Почему? Потому что мы движемся к концу. И дьявол очень сильно восстал в большой ярости, чтобы преследовать тех, сохраняющих заповеди Божии и имеющие свидетельство Божие, пытаться разложить их изнутри. Итак, что собой представляет разложение снутри? Вы знаете, сегодня, когда мы приходим с магазинов, когда мы приезжаем с аэропорта или приезжаем с мола, вот, и там жена, дети приготовили там чай и приглашают на кухню. Что мы в первую очередь делаем?
Мы идем, моем руки. Это не по закону иудеев, нет. Мы хорошо понимаем, когда мы были вот там в публике, на паблике, как мы говорим, вот, мы могли руками нашими вот там зацепить инфекцию, эту инфекционную палочку, принести ее домой и ней же отравить себя. И можем отравить, попадет инфекция в кровь, массово идут заболевания и сложности. Поэтому мы знаем, что надо идти мыть руки. Знаете, в медицине существует, я знаю, что здесь медики есть, в медицине очень-очень нескончаемое число этих всех есть инфекционных бактерий и микробов, которые способны вот, войти внутрь человека, в организм, и его полностью отравить и привести ее до финала. Поверьте, сегодня арсенал либерализма, это властвующего духа в последнее время, имеет массу отравляющих веществ, которые он пытается внести вот сюда в сознание и в наше сердце для того, чтобы произошло вот это отравление, для того, чтобы просто эта инфекция нас разложила. У него есть огромнейший арсенал, и он этим пользуется. Итак, давайте мы употребим одно слово из Библии. Слово есть такое, непослушание, есть такое. Оно очень часто встречается нам. Почему я на нем остановился? Потому что я очень часто слышу это. Я слышу, как иногда моя жена говорила, когда дети наши росли, ага, та непослушная, или то не послушал. Вот, бывает, это все такое. Вот, я это часто слышу. С Библии я очень часто читаю, так само, как и вы. Первые главы книги «Бытие». Что сделали первые люди? Ева и Адам. Не послушали Бога. Непослушание. Дальше. Мы читаем за Саула. Непослушание его привело к противлению, а противление к отвержению. Дальше. И другие есть многие места Священного Писания. И также сегодня многие родители, имея общение между собой, говорят, о, уже непослушный, о, уже непослушная. Но я хотел бы сказать, уважаемые друзья, а это не есть отравляющая бактерия. Дело в том, что за словом непослушания стоит очень много. Это уже есть действующий аспект, это уже действие. А вот стоит вопрос, а какая отравляющая инфекция отравила личность, что он уже культивирует непослушание? Очевидно, есть источник, откуда все произошло начало. Поэтому мы очень часто ошибки допускаем и считаем, что непослушание как будто бы это стартовый факт. Послушайте, это не стартовый. Источники есть. Есть отравляющая инфекция, которая отравила и привела человека к непослушанию. Некоторые говорят так. Это толпа, в которую попал сын или дочь. И вот сейчас у него непослушание. А я вам скажу, абсолютно нет. Абсолютно нет. Толпа, влияние – это средства. Это средства, которыми работает толпа. А вот все-таки, а где же эта инфекция? И что она собой представляет? И если мы говорим сегодня, что нас пытается разложить внутри, что пытается разложить личность, что пытается разложить семью, церковь, общество, то давайте мы сегодня назовем вещи именами. Где эта отравляющая так микроба? И сегодня весь вечер мы о ней поговорим. Я хочу остановиться и сказать сегодня, назвать вещи именами. Отравляющая бактерия, которая сегодня несет разложение снутри, отравляя весь дух нашей личности, это есть вседозволенность. Это есть вседозволенность. В Библии такого вы слова не найдете. Почему? Потому что тогда, когда был перевод и писалась Библия, это слова уже культивируют уже язык, как английский, русский, слова добавляются, а это последние слова. Вседозволенность. Но сам объяснительный факт этого слова, вы знаете, много историй в Библии повязано с тем, когда люди проявили вседозволенность. Вы знаете, когда мы говорим непослушание, то мягко сказано.
А вот когда мы теперь смотрим, что это и есть аспект вседозвольности, и вседозвольность привела к непослушанию, а что значит вседозвольность? А вседозвольность – это поведение человека. Я еще раз повторяю, вседозволенность – это поведение человека, в котором он почувствовал себя свободным от установленных норм и правил, которыми он подчинялся. Поэтому еще раз говорю, если мы говорим непослушание, это мягко сказано, а это значит, когда непослушание, это уже действующий факт, но он начинался вот с чего. Человек в своем поведении почувствовал свободным от всех установленных норм, правил, законов. И он так теперь делает, так поступает. Итак, я хочу возвратиться к Адаму и Еве. Хорошие люди, Богом созданные, жили в лабиринтах Едемского сада. Имели также установленные нормы, установленные порядки и заповеди, которые Бог сказал первому человеку. Что они сделали? Они просто в своем поведении почувствовали свободу от тех норм и правил, которые Бог им сказал, что им нужно делать. Что Бог сказал, чтобы они делали? Они ясно и точно понимали и знали, но они уклонились от этих норм, правил, и произошла страшная трагедия. Чем страшна эта инфекция для христиан, для подростков, для всех нас? Я сегодня не буду много говорить и о подростках, и о детях, и о взрослых. Послушайте, очень ужасно страшна эта инфекция, которая ведет к непослушанию, к независимому решению. Почему? Здание вот это стоит на фундаменте. И мы говорили, когда я в прошедший раз вас был, как формируется личность ребенка. Первые этапы развития – это тоже фундаментальные основы, на которых формируется личность. А вот вседозволенность, она страшна. Независимые решения, они страшны, потому что они основываются на фундаменте беспредела, произвола, своеволия и распущенности. Смотрите, если мы говорим, что собой представляет независимое принятое решение от правил и норм, так это оказывается, что есть основание, на котором это все формируется. Это беспредел, это произвол, это своеволие и это распущенность, уважаемые друзья. Вот оно что. И вы знаете, я приведу не библейский пример, а потом перейдем и в библейские примеры. Не библейский пример. Это в прошедшем веке была страшная катастрофа 28 ноября 1979 года. Капитан корабля, воздушного корабля, самолета, вел самолет из Окленда, это Новая Зеландия, и вел этот самолет на Южную Америку. Мы здесь, когда летим, мы поднимаемся к Северному полюсу. Ну, к нему мы не поднимаемся, летим через Гренландию или возле Гренландии. А там идут югом и зацепляют Антарктиду. И вот этот капитан корабля, когда зашел уже в Антарктиду, опустил через плотные облака самолет на уровень до 1000 метров. До 1000 метров. И дал указание. Сейчас красивая Антарктида. Пожалуйста, вы можете взять фотоаппарат и сфотографируйте. Я вам предоставил такую возможность. Все кинулись до фотоаппаратов, кто имел их, и быстро через иллюминаторы народ начал фотографировать Антарктиду. Всего-навсего 1000 метров. И когда все закончили, дали команду пристегнуть ремни, мы набираем высоту. И самолет ушел снова в плотные облака. Прошел он несколько минут, и он ударился в гору Эребус, это вулкан на острове Росса, и разбился. Я, вы знаете, задаю вопрос, это не библейский пример. Послушайте, я задаю вопрос, что вынудило этого человека так сделать? Ведь же там погибло в пределах 270 человек. Что вынудило? Ведь же существуют нормы и правила полетов, существуют указания, диспетчеры полетов есть, все это есть. Все это есть. Что вынудило человека сделать такую трагедию, разбить
пределах 270 человек. А вот что. Принятое независимое решение. В своем поведении этот капитан почувствовал свободу от всех установленных норм и правил. Почувствовал свободу. Принял решение, и последовала страшная трагедия. Я вам просто навел пример о том, что независимые решения, которые сегодня пытаются принимать люди, молодые, в семьях, что есть сегодня инфекция, которая пытается нас разрушить снутри. Послушайте, это все формируется на фундаменте беспредела, произвола, своеволия и распущенности. Ну а теперь библейский пример. Это библейский обязательно будет пример, потому что это есть основание. Два места Священного Писания. Первое, открываем все и будем просматривать. Книга пророка Исаии, 14 глава, 12 и 15 стих. Второе место открываем, Иезекииля, 28 глава, 16 и 17 стих. Я буду читать выборочно. Я снова повторяю, кто листает, вот, пожалуйста, открывайте. Книга пророка Исаии, 14 глава, с 12 по 15 стих, и книга пророка Иезекииля, 28 глава, 16 по 17. Я читаю. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». Кто это говорил? Второе место Священного Писания. «Я не зринул тебя, как нечистого с горы Божией, и знал тебя, херувим, осеняющий из среды огненных камней». Кто это? Деница, сын Зари. Смотрите, принимает независимое решение от установленных Богом правил и норм, проявляет своеволие и собирает вот часть ангелов на севере, и Господь не зринул, как нечистого. Вот чем заканчивается независимое решение. Вот чем заканчивается сегодня вседозволенность. Вы знаете, это страшный аспект. Я иногда беседую с родителями, и когда говорят, что непослушный, я говорю, слушайте, это мягко очень выражается. Надо знать чуть больше, что за этим стоит. Если непослушание, значит, там есть инфекция, которая отравила ее или его, или которая стимулирует, чтобы разложить снутри. А что это? А это есть независимое личное решение. Вот что привело к трагедии. Итак, следующая мысль. Вы знаете, я часто слышу, и вы это слышите. И я был таким, я был подростком тоже. Я тоже помню, когда я уезжал уже с деревни в город, и когда мама говорила мне, чтобы я хранил себя по слову, а я вышел с калитки, прошел метров 150, смотрю, она слезами залита, мне говорит, ты уже вылетел с гнездышка, все. А я кулачок так сжал свой, я говорю, наконец-то свобода. А потом я эту свободу ощутил очень быстро. В течение двух дней я готов был служить Чемайданы и снова до папы в деревню возвратиться. Я увидел, что такое свобода. Сегодня молодые люди обмануты. Послушайте, подростки, я хочу для вас сегодня сказать. Сегодня многие люди обмануты толпой, которая говорит, что есть свобода. Пожалуйста, ты возьми ее. И если кому-то в семье говорят, что непослушный или непослушная, и он кому-то пожаловался в школе или в колледже, там сразу говорят так. Но ты есть хороший. Это просто папа и мама, они претендуют на твою свободу. Так же само взрослые, замужние, женатые. Если в кругах в обществе в этом где-то только сказали, что там муж не слушает или жена, сразу говорят, но такого же сегодня слова нет, это хорошо, все, просто у тебя свободу хотят забрать. А я хочу вам сказать, уважаемые церковь, христиане, а вы знаете, что кроме свободы в Иисусе Христе, свободы не существует. Ее просто нету. Ее нету. И я вам докажу.
Смотрите, мы с женой вошли в статус одноплоть. Нас Бог сочетал, пастор благословил. Родили мы ребенка, мы принесли домой. А муж и жена, которые вошли в статус одноплоть, они есть под законом института семьи, как установление Бога. Они имеют правила, руководящие от Господа, которым они должны следовать. И второе, они написали конституцию, правила и нормы, которым им надо обоим выполнять, и эту всю жизнь они будут делать это. Это взаимоотношения, это есть регуляция взаимоотношений. От того начинается счастье. Итак, мы принесли ребенка домой. Ребенок начинает формироваться в нашем доме под амбреллой, под зонтиком всех наших установленных норм. Скажите, где свобода? Он только начинает понимать, папа говорит так, так, мама говорит так, так. Где свобода? Ребенок поднялся, пошел в первый класс, пошел в школу. Кроме теперь папиных норм, есть еще нормы и правила, которые в школе надо соблюдать. Где свобода? Пошел он в колледж, снова там свои правила и нормы. Где свобода? Пошел в университет, где свобода? Приходит в церковь и заявляет здесь на сцене, что, уважаемая церковь, имею внутри побуждение и веру заключить завет с Господом. И вот эти пасторы, которые сидят здесь, служители Божии, садятся с таким человеком и все, со всей этой командой и беседуют. Говорят, слушай, ты в церковь ходишь через водное крещение, а вот, вот Божий завет – это руководящее правило, указание, которое мы должны следовать, и мы должны поступать так, как Библия говорит. А потом говорят, ты знаешь, кроме всего, у нас есть еще правила. Кроме Библии, у нас в церкви есть правила, у нас есть устав, у нас есть основы вероучения, у нас есть правила этикета, правила эстетики, у нас все это есть, и ты должен соблюдать это. Послушайте, а где же свобода? Поэтому, когда говорят молодые люди, что я свободы хочу, уже быстрее мне 17 лет, я свободы, а я хочу сказать, уважаемые молодежь, есть только две свободы. Свобода в Иисусе Христе, я сейчас расскажу. И вторая – это независимая свобода, когда человек уклоняется от правил и норм и принимает независимое решение. Независимая свобода полностью деградирует и разрушает личность. Еще раз повторяю. Независимая свобода, она полностью деградирует и разрушает личность. Я думаю, что мы это хорошо понимаем. Вот, в некоторых степенях мы не только понимаем, а многое, что мы читали из Библии. И вот я даю домашнее задание для молодых людей особенно. У меня времени не будет. Вы придете домой и дома откроете 15 главу Луки. И вот там начнете читать с 11 стиха. Еще раз повторяю. Евангелие от Луки надо прочитать, 15 глава, с 11 стиха. «Младший сын, говорит в 12 стиху, отдай мне следующую часть имения». Что это за слова? Это слова, это просьба в категорической форме. Еще раз повторяю, это просьба выражена сыном в категорической форме. Это просьба выражена вот как прошение свободы. Ну и отец отдал. И вот смотрите, человек рвался быть независимым. Смотрите, а что же произошло? Он поменял страну, был в этой стране, а теперь он в другой стране. А что изменилось? Смена стран, она ничего не решает, потому что в этой стране есть правила и нормы, и в той стране есть правила и нормы. И даже если человек идет в страну греха, там тоже есть свои правила и нормы. И даже если человек идет еще, отправляется в другие места земной планеты, там тоже есть свои правила и нормы, куда бы вы ни пошли. Поэтому такой свободы нету. Смотрите, этот молодой человек прибыл в страну, в эмиграцию, в страну иллюзий, представлял свободу. Представлял, уже папы нету, мамы нету, я принимаю решения, я делаю выводы, я сам для себя эксперт, я для себя судья. Ну и что произошло? Во-первых, попал
в деградирующее общество. Общество, которое там не работало, не училось. Общество, которое гуляло, прогоняли деньги, незаработанные средства. Там только прогоняют деньги, там не зарабатывают. Там в той стране, куда отправился младший сын, никакой нету перспективы. Ну а где же ему была перспектива? А перспектива была в доме отца и в доме матери, откуда он попросился быть уже независимым. Так быстро быть независимым. Смотрите, в доме отца он мог чему-то научиться. В доме отца он мог взять какой-то опыт, инспириенс, работать или в сельском хозяйстве, или работать в скотоводстве, или в других отраслях. Он мог бы быть специалистом. В доме отца цель, в доме отца перспектива. Вот она, свобода. А когда человек кричал «свобода» и поменял страну и шел в другую страну, свободы там нет, там он оказался банкротом. Вот свобода, уважаемые друзья. Еще раз повторяю. Кроме свободы в Иисусе Христе и независимой свободы, которая разрушает личность, свободы нету. Мы постоянно находимся под какими-то законами, под правилами, под какими-то нормами. Мы живем в Соединенных Штатах Америки. Мы едем по дороге. Мы едем вот в сторону Портленда. И есть такой на 5-м фривее надоедливый знак 60. Скажите, а можно ехать 110? Конечно, можно. Конечно, можно. Потому что дороги хорошие. Но как только сзади мигалка замигает и паркует вас вправо, свобода закончилась. И это будет говорить о том, что в этой стране, и в этой стране, вот в реальной нашей земной жизни, есть правила, которые мы должны соблюдать. То есть, такой свободы нет. Ну, а теперь я хочу остановиться. А в чем заключается свобода наша в Иисусе Христе? Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Слава Богу, Церковь! Слава Богу! Смотрите, наша свобода в Господе. Адам и Ева в Едемском саду. Это было отведенное место на востоке. Отведенное место. Присутствие Господа. В присутствии Господа, где были там правила и нормы, и они им подчинялись, и они их соблюдали. Вот там для них была реальная свобода. Как только они пересекли законы, правила и нормы, для них свобода закончилась. Для них свобода закончилась. Я бы хотел, чтобы мы это больше понимали, особенно в нашем отношении с Богом. Тогда, когда с кафедры, или ваши служители очень часто читают, и с кафедры ободрения говорят, или просто наставляют, что вот мы пришли услышать, растворить верою и стать исполнителями. Вы знаете, это так оно сильно-сильно у нас прокручивается, много мы же внимания не обращаем. А я просто хотел бы сказать вам, уважаемые друзья, свобода наша в Иисусе Христе, мы в Царстве Божьем. Царство Божие внутри нас, а мы в Царстве Божьем. Соблюдение правил, норм Божьего завета, завета Иисуса Христа, это для нас свобода, слава Богу. Вот это свобода. Как только мы уклонились от установленных правил и норм Иисусом Христом, Божьим заветом, для нас свобода заканчивается. Вот что представляет собой свобода. Я бы хотел остановиться на некоторых взаимоотношениях. Наше взаимоотношение с Богом, грань вседозволенности, где она происходит. Когда Бог сотворил первого человека, смотрите, книга Бытия говорит, «И создал Господь Бог человека». Дальше говорит, и поселил ее в Едемском саду. И третье, и заповедовал Господь человеку. Человек уже начинал жизнь и движение через регуляцию, через все божественные правила и нормы. Сегодня многие люди задают вопрос, и христиане говорят, а Бог же нас создал свободными, с правом выбора. Выбирай, решай.
Я согласен, но я хочу подсказать одно. Смотрите, какое правило. Бог дал свободу для человека первого. Обладать землей, владычествовать над рыбами, владычествовать над птицами. Это то, что в реальной жизни человек должен делать, и чем должен обладать, и чем управлять. Это и есть свобода. Сегодня наша свобода. Вот здесь мы живем в Америке. Тоже свобода. Вы имеете право жить в каком вы хотите штате. Вы имеете право избрать город. Вы имеете право избрать, жить вам в апартменте или жить вам в доме. Вы можете избрать работу, которая вас устраивает, которая вас не устраивает. Это ваша реальная жизнь. Но нарушать границы этой страны вы не имеете права, и я тоже с вами не имею права. Ни в коем случае. Нелегально я не имею права. Если я нелегально пересекаю границу, я тогда нарушаю правила и нормы, установленные государственным законодательством, и я являюсь преступником. Поэтому, если говорят, что Бог нас создал свободолюбивыми, что хоти, что хочешь, то делай. Я скажу не так, абсолютно не так. Бог в определенных частях дал нам право свободы, и свобода в исполнении правил и норм. Вот это то, что наше, вот там мы командуем и управляем. А вот до дерева познания добра и зла я не имею прикасаться. Вкусать плоды греха и смерти я не имею права. Аминь. Это очень важно. Это наши взаимоотношения с Богом. И я еще чуть-чуть пропущу. Хочу остановиться, где же грани вот вседозволенности в семье. Вот как сегодня происходит разложение снутри. И мы задаем очень много вопросов. Почему сегодня семьи такие ослабленные? Почему сегодня сколько, ну, не в вашей церкви, мы говорим за общее христианство, за общее христианство. Почему так много разводов в общем христианстве? Почему сегодня все такое хрупкое и зыбкое, уважаемые друзья? А все начинается с мелочей. Начинается с того, что мы не придаем значения. Я когда был в Сибири в миссионерской поездке, и мне пришлось с епископом одним иметь беседу. Просто сидели, общались и беседовали. И вот он даже правильнее будет сказать, это было молитвенное служение. То был другой разговор. И он подводил к молитве молитва за семьи. За семьи. И вот он рассказывал, с чего начинаются проблемы, с мелочевки. И рассказывает, когда он ехал, говорит, мы поженились с женой, сделали семью, нас благословил Господь, пастора, родители молились. И мы ехали буквально в течение месяца от родителей и жены. Там где-то 70 километров до Новокузнецка ехать. Я говорю, я не знаю, откуда у нас начался разговор. Мы начали за картофель разговаривать. Настолько это полезный продукт, и сколько с него всего делается, и что бы было, если бы не было картофеля. Говорит, я не знаю, долгое время говорили. А потом жена говорит, ты знаешь, картофель не только полезен для нас, а он, говорит, полезен и для пчел. А я, говорит, так посмотрел на нее сбоку, на нее гляжу, говорю, а чем же он для пчел полезен? Она говорит, я видела, как на цветочки картофеля садились пчелы и мед брали. Я, говорит, смеюсь. А говорю, слушай, такого нету. Картофель не медосбор, нет. А она мне, говорит, доказывает это. Послушайте, мы, говорит, так доказывали, что поругались. И, говорит, буквально еще месяца нет, как мы поженились, мы уже по разным комнатам. И, говорит, сутки и больше не разговаривали. И вот приводит пример. С мелочевки все начинается, абсолютно, вот конфликт на ровном месте, и он начат с мелочи. Вы знаете, чего мы ждем? Вот у нас есть такая стратегия, мы ждем чего-то громоздкого, а потом мы значение придаем. Когда мы говорим об ослабленных семьях, когда мы говорим сегодня, что семьи сегодня, вот, очень много, много семей, которых только фамилия объединяет, или дети еще их сохраняют, а внутри семейств нету. Послушайте, масса таких проблем, которые начинаются с мелочевки. С мелочи начинают. И люди на них не обращают внимания. А потом покатом уже пошло. Итак, я хочу остановиться на семью. Я буду приводить очень простые примеры сегодня, которые очень часто встречаются.
двое людей в церкви, они изъявили желание войти в статус одна плоть. Они поженились. Итак, Бог их сочитывает, пастор дает наставление, церковь, свидетель, родственники. Знаете, для того, чтобы быть им счастливыми, самые первые, я в прошедший раз, когда за семью читал, говорил, первую ступеньку делает, упускаясь с этой сцены, они начинают строить взаимоотношения. Вот с этого начинается все. С этого все абсолютно начинается. А дальше они установят правила и нормы в семье. Я это называю конституцией, которые им необходимо обоим следовать. Правила и нормы в семье – это будут регуляции их взаимоотношений. Но еще один факт. Следует, что следует? Исполнять обоим. И при том в точности исполнять. Для того, чтобы строились взаимоотношения. Привожу такой регулярный пример, который в консультации я часто ее встречаю. Мелочевка. Пятница вечер. Муж приезжает с работы. Это молодая семья, имеют одного ребенка. Приезжает он с работы и только открыл дверь и говорит жене, дай мне там долларов 100. А жена смотрит на него. А зачем? Ты знаешь, мы договорились с ребятами поехать ночью на мотоциклетах, будем по горам кататься. А жена ему говорит, послушай, ребенок болен, зубки идут. Я уже двое суток не сплю. Дальше, тебе завтра траву покосить возле дома, все сделать. Мне завтра закупку сделать, приготовить на выходные дни. А муж, вы знаете, как делать, как в современном свободном мире. Говорит, зубки больные, это болезнь к смерти, траву покосить, следующую субботу покошу, а вот меня ребята ждут, давай мне день, я должен купить снэк, и мы уже уезжаем. Ну и он уехал. А вот я задаю вопрос. Таких примеров сплошь и рядом. Скажите, а как назвать можно этот пример? А что это такое? Это есть вседозволенность. Муж с женой составили нормы и правила, которыми надо следовать. Муж без всякого согласия нарушает эти правила и нормы и делает по поступку своей воли, как он считает нужным и правильным. Вот с чего начинаются страшные проблемы в семье. Почему? Потому что за этим что-то стоит. Я после второго примера расскажу, что стоит за этим всем фактом. Вы знаете, я расскажу также за пример о жене, о женщинах тоже, потому что не только виновны братья, сестры тоже имеют ответственность за правила и нормы, которые они вместе и их составили. Итак, у вас очень много братьев, которые на траках ездят, правда? Есть много. Это такая специальность, которая дает возможность заработать. Вот. Языкам не надо много вот, знать английского языка и так дальше. Это доступная работа. Но я не думаю, что в вашей церкви так делают сестры. Но такое встречается. Муж уезжает в рейс туда, на Нью-Йорк. Возвратится где-то не раньше, через 10 дней. В это время жена нанимает человека, внутри делает полную перекраску по своему вкусу, каждую стену делает. В этом тоже нет проблемы. Дальше идет она в магазин, берет на кредитку итальянскую мебель, всю расстановку сделала, муж приезжает. Но с одной стороны, вроде неплохо, так она сделала. А с другой стороны, света в семье не было, кредитка до трака нагружена, кредитка до дома нагружена, и начался конфликт. Притом, это затяжной конфликт. Знаете почему? Потому что, когда один или второй, кто-то из семьи, нарушает правила и нормы, он открывает дверь для вторжения беспредела, произвола и своеволия. Мы об этом говорили. На чем базируется, на чем основывается независимое решение, вседозволенность? На беспределе, произволе и своеволии. Вот оно что. И самое что страшное, что в семью тогда вторгается, в ее область развития взаимоотношений вторгается беспредел, произвол и своеволие. И казалось бы, это, а что здесь такое? Здесь ничего, здесь все такое и не тяжелое.
Уважаемые друзья, начинается разложение снутри с одной инфекционной бактерии. С одной инфекционной бактерии все начинается. И затем травит всю личность. Поэтому, если здесь есть семьи, хочу вам сказать, мы все с вами должны противостоять всяким демоническим силам. Для того, чтобы сегодня семьи в церкви были как столб и утверждение истины. Чтобы эти семьи были сильными, и никто не допускал вот такого произвола, беспредела. Что хочу и делаю, как хочу и делаю. Почему? Потому что потеряется согласие. Дальше, после всего, когда согласие потеряется, будет неуважение друг к другу. Потеряется понимание друг друга и потеряется уважение. Начинаются теряться ценности семьи, а в ближайшие годы, вот какого-то времени, эта семья пойдет под развал и пойдет под крушение. Это ужасная ситуация, уважаемые друзья. Поэтому я очень прошу вас противостоять. Написано, противостаньте ему твердую верою. Жизнь, жизнь по вере. И давайте все то, что по вере, мы и будем делать, и даже в наших семьях. Итак, следующая мысль, которой я хочу остановиться, это опять, где же грань вседозволенности в отношении детей и родителей? Позвольте мне тоже на этом остановиться, чтобы мы понимали и видели, что происходит. Когда дети прошли первые этапы своего развития, они так быстро поднялись, что мы даже и не увидели. Знаете, когда наша самая младшая выросла, я сегодня встречаюсь с ней, я говорю, Яна, куда ты выросла? Мне кажется, что я еще не наигрался с тобой. А ей уже 21 год, 22 года. Вот как быстро поднимаются дети. Но когда дети идут в переходной возраст, о котором мы говорим, мы все в ожидании, и в принципе в это время мы многое что переживаем, очень многое. Тот раз я говорил, друзья, за этим надо очень следить, когда дети малые. Все, что залаживается в фундаментальные основы в первые этапы развития, воспроизведется именно в этот подростковый возраст. На подростковый возраст припадает самая огромная доля, самый огромный большой груз их независимых решений, ошибок и так дальше. Самое большее на подростковый возраст. В каждой семье у нас есть свои порядки, правила и нормы. Я скажу их несколько таких, которые есть они у вас и в меня. Смотрите, когда дети наши росли, дальше они сели на машины, начали на молодежное служение ходить, вот, и так дальше. Что мы поставили, что вы поставили? У нас был такой закон. Детям быть не позже 11 дома. Молодежь любит пойти где-то еще после молодежного служения, пообщаться. Но у нас был такой порядок. Не позже 11 быть дома. Думаю, что во многих из вас есть. Или 10, или 11 часов. Это правило и это норма. Второе. Правило и норма в каждой семье установлено. Время ужина и после ужина поверхностная уборка. Это в каждой семье есть. Следующее в каждой семье есть. Служение. Кто идет на общее, кто на спевку, кто на сыгровку. Кто по роду занятий, по роду служения отправляется. Это тоже правило и нормы. И последнее правило и норма – вечерняя семейная молитва. Итак, время пришло. Пришла семейная молитва. Сына или дочери нету дома. 11 часов нету дома. 12 часов нет дома. Час нет дома. 2 часа появляется сын. Я хотел бы сказать одно. Я как гость могу сказать для ваших детей что-то. Почему? Потому что гость может сказать, и ему простят, потому что гость. А вот служители иногда, я был служителем, я знаю, что такое. Иногда не то, что стесняются, а просто сложно такие вещи говорить. Сложно очень. Так вот, хочу сказать одно. Подростки, кто меня понимает и мой язык понимает, запомните одно. Если есть в ваших семьях правила и нормы, которые установили папы и мамы, и вы пересекаете границы этих правил и норм, за этим идет следствие.
вы принимаете независимое решение от того, что установил папа и мама. И если вместо 11 появляетесь в час или в два, и в вашем доме уже не горит свет, и вы думаете, что папа и мама спят, я вам гарантирую, они не спят. Точно не спят. Я знаю, что это такое. Мне приходится в консультациях много-много вот, беседовать, разговаривать. Они точно не спят. Единственное, самая такая последняя точка, это они считают карвалол по каплям или кто-то кому-то валерьянку дает в таблетках. Вот это одно из положений. Переживание, притом ужасное переживание. И так появляется сын в 2 часа ночи. Мама до него, где ты был? А здесь существуют дежурные ответы. Такие, постоянные ответы. У друзей. Мама, почему ты не позвонил? Батарейка села. Дежурный такой ответ. Ну и так дальше. Послушайте. Это не все. Принятые независимые решения сыном или дочерью, кажется, это пустяк. Ну и что? Ну и что, что я не пришел и что я не послушал? А вы знаете, что это время происходит? Смотрите. Вот с Богом у нас есть единение. Мы это единение поддерживаем, эту нить единения постами, молитвами, да? Мы эту нить единения держимся. Вот спросите старшее поколение, почему они перед хлебопреломлением день, два, они постятся и молятся? Что это, ритуал или это просто так установленное правило? Это вот нить единения. Почему? Потому что будем соприкасаться с святым. Так вот, папа и мама, которые имеют правила и нормы, вот вы, я, мы, все, кто имеет родителей, мы вот эту нить единения держим. Если мы только нарушаем правила и нормы, установленные папой и мамой, вот эту нить мы сами ее обрезаем. Все, мы ее разрезаем. Мы стали независимыми и становимся независимыми. Когда мы нить от Бога отрезаем, мы становимся независимы от Бога. Когда мы нить единения с родителями отрезаем, уважаемые друзья, мы становимся независимыми. И скажу одно. Вы знаете, когда мы становимся даже от родителей независимыми, так быстро, и так мы хотим стать независимыми, принимать независимые решения, то я рассказывал на примере блудного сына. Где перспектива? Где цель? Ее практически невозможно достигнуть пока что без папы и мамы. Так что любите родителей своих и почитайте. И почитать отца и мать, это не значит раз в году ему цветы или ей цветы дать. Нет, абсолютно. Почитать отца и мать, это соблюдать правила и нормы, которые папа и мама создали в семье. Вот это есть благословение. Аминь. Вы можете не отвечать. Вы знаете, я имею такое свидетельство. Мне пришлось однажды беседовать с хорошим пастором, он на Востоке. Я не называю ее фамилию, потому что здесь ее родной брат есть в штате, поэтому это звучная фамилия. Я вот наблюдал в церкви, я вот наблюдал в ее доме, я присматривался к детям. В церкви имеют они благословение. Действительно, это благословенный человек. В доме тоже благословенный человек. Дети, я восхищался, его сыновьями восхищался. Имеют бизнесы, вот, христиане, работают, помогают в церкви папе. И я вот себе внутри принял решение поговорить. И как-то ему задаю вопрос. Послушай, говорю, скажи, откуда у тебя вот так много благословений? Есть источники, ты можешь их открыть? Вот, мне самому интересно, откуда так много благословений у тебя? Может быть, твои родители вымолили, потому что есть такое правило, да, папа и мама вымаливают благословения. Это может один источник быть. Второй источник, может быть, ты, как в Библии написано, сблизься с ним и будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Может быть, это является источником, у тебя очень близкие отношения с Богом. Или еще какие, но ты можешь назвать? И вы знаете, он мне назвал очень простой. Простой ответ был и простой источник. Говорит, брат Василий, я понимаю, и я вижу, что я благословен, и дети мои. И это благословение пришло мне только по одной причине, что я прожил
с папой, с мамой жизнь, и я ни одного разу не ссорился со своими родителями. Я ни одного разу не допустил, чтобы войти в какой-то конфликт с родителями. Вот это есть благословение. Уважаемые друзья, когда мы говорим за установленные правила и нормы родителями, это Бог им дал. Не существовала бы семья, если бы папа и мама не установили правила и нормы. Это Бог им дал. А поскольку им Бог дал, за ними стоит Бог. Наши, мы как дети, мы обязаны соблюдать их правила и нормы. Не надо сильно огорчаться, вот, а надо понимать, что это есть ответственность перед Богом, и это есть благословение. Если я последую этому, у меня только ждут одни благословения. Папа и мама, пока что я еще не взрослый, пока я не самостоятельный, я обязан пользоваться большими благами и благословениями. Это перспектива, это цель, которую я могу достигнуть. И скоро мы идем к заключению. Еще одно. Что собой представляет мораль? Мораль. Где здесь границы вседозволенности и независимых решений молодых людей? Я хочу немножко тоже на этом остановиться. Почему? Потому что сегодня молодые люди, вот, да, может быть, и средний возраст, то, чуть недопонимая, что собой представляет мораль, сильно огорчаются. И когда детям вот, говоришь наставление, иногда они наставление твое да, воспринимают как мораль, и притом с таким бунтом. Когда у меня были дети малые, я помню, мы подъезжаем до церкви. Старшие две сидели сзади, две ближе, и мы с женой впереди микроавтобуса. Подъезжая к церкви, я всегда говорю, девочки, мы подъезжаем до церкви. Старшим головой не крутить, сидеть прекрасно. Младшим двоим не бегать, не создавать суету. Это я говорил. И вот недавно я ехал в автобусе с одним братом, семья. И то же самое, старшие сидят сзади, вот, младшие впереди, и мы с ним впереди сидим. Подъезжает до церкви, он повторяет мои же слова. И тот же, старшие, телефоны выключить, головой не крутить, вести себя прилично. А я так смотрю в зеркало, тоже на них наблюдаю. И смотрю, они наклонились друг к другу, говорят. И я водителю, хозяину, папе говорю, ты знаешь, о чем они говорят? Он говорит, догадываюсь. Вот они упустили голову и так, говорю, крутят. Они говорят, как надоели морали. А знаешь почему? Потому что мы ей так говорили. Они сейчас признаются, уже взрослыми, они признаются, рассказывают, что они на задней скамейке говорили. Послушайте, это такое. И вот, вы знаете, почему сегодня бунт происходит? По некоторым моментам, почему бунт происходит? Знаете, мораль – это правило для воли. Второе. Мораль – это правило для совести. И мораль – это правило для нравственного учения. Дело в том, что нрав – это характер. Это все то, что зацепляет наш темперамент, характер наш. И вы знаете, этот характер, он имеет инстинкт самозащиты. И сразу мы начинаем препятствовать. Мы сразу же, чтобы защитить себя. А я хочу сказать, уважаемые друзья, если папа и мама хотят вас научить, вы должны благодарить Бога. Если церкви пастора хотят вас научить, вы благодарите Бога. Придет время, и недалекое время, когда вы будете взрослыми, и вы ощутите одну пустоту, когда, может быть, не будет у вас наставляющего. Когда вы проведете вечность папу и маму, и не будет наставляющего, вот это будет проблема. Вот то будет тоска. Вот точно тогда будет тоска. Как ценно сегодня, когда есть наставляющие. А наставление и мораль, послушайте, это переплетенные нити, это компоненты, которые один без другой невозможно применять. Как можно мне слаживать моих дочерей в образ Иисуса Христа, слаживать личность, наставлять без морали? Скажите, как? Каким образом? Это переплетенная нить,
это те компоненты, с которого, которые слаживаются как хлеб, как вы что-то вкусное готовите дома, из всех компонентов слаживаете. Точно наставление и мораль, это все переплетается. И невозможно сложить личность, не употреблять мораль. Единственное, да, есть перекосы. Есть перекосы родителей, которые не объяснят, а постоянно вот давят требованиям. То, может быть, пройти уже в мораль. Но хочу вам сказать одно. Если папа и мама наставляют, они просто вас слаживают. Я, вы знаете, часто вспоминаю место Священного Писания. В последней главе Евангелия от Матфея написано, поручение Иисуса Христа для учеников. «Идите, — говорит, — научите все народы, а дальше — уча». У меня будет вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему Христос употребил эти два слова? Ведь «научите» и «уча» — это идентичность этих слов. Это идентичность, они очень близкие, они заменяют очень часто друг друга. «Научите» и «уча». А оказывается, в некоторых моментах это разные вещи. Научить это сложить, надо сделать уже его какой-то личностью, в образ Иисуса Христа. А учить, всю жизнь будут учить. Всю жизнь Писание нас учит. Всю жизнь нас Дух Святой учит. Всю жизнь мы в церкви учимся. Слава Богу, мы будем постоянно учиться. Друзья, так вот, для того, чтобы сложить личность в образ Иисуса Христа, очень много папы и мамы будут употреблять эти правила нравственного учения. Очень часто будут папы и мамы употреблять правила для совести. Очень часто будут употреблять правила для воли. Очень часто. Еще раз повторяю, не надо обижаться. Это и есть переплетенные нити. И последнее. Последнее хочу сказать для родителей. Я возьму следующего раздела и только вступительную часть, и мы идем к заключению. Это заключительная часть. Папы и мамы, мы все с вами ответственны. Для того, чтобы поднять и взрастить детей, чтобы они дальше были церковью, столб и утверждение истины, чтобы дальше эти дети стали служителями и повели церковь так, чтобы она была столб и утверждение истины, чтобы мы сложить могли тех детей, которых вседозволенность не разложит их снутри. Это с вами мы ответственны, родители, и никто. И никто абсолютно, это мы. Смотрите, кто не знает, что собой представляет устье реки, дельта? Река подходит, и она сразу же разрезает берега и прорезала себе вот эти каналы. Вот я держу. Кто не знает, что такое дельта или что такое устье реки? Драгоценные рыбы приходят в реку, поднимаются наверх. Они там отметали икру. Рождается новая генерация. А вот эта сформированная новая генерация опускается через устье реки, чтобы войти в море и в океан. Я не рыбак. У меня нет времени для этих вещей. И чаще всего, когда где-то обедаем, то рыбаки рассказывают, если хочешь хищника ловить, то, говорят, надо на лодке приближаться к устью реки, к дельте. Там, говорит, хищника полным-полно, потому что он встречает этот малек, и он ним кормится. И вы знаете, когда я услышал это, и думаю, вот так. Это же колоссальный хороший пример. Это хороший пример. Бог мне и жене моей дал возможность вступить в статус «одна плоть». Мы в реке жизни, вот, имеем новую генерацию от Бога, дети от Бога, имеем новую генерацию. И эту генерацию нам по-любому отпустить надо, и они должны уйти в океан жизни и в море жизни. И смотрите, они тоже проходят через эти устья. Если мы их подготовили, если мы их сложили, о да, они не попадутся так быстро хищникам. Они будут иметь опыт, экспириенс, как под камни прятаться, как в зелень, где приспособиться. Но если мы их не сложим, если мы их не обучим, если мы их не подготовим, их похитит хищник. Их очень быстро проглотит мир. Почему? Потому что, войдя в океан жизни, они будут ненаученными детьми. Друзья дорогие,
Нам нужно молиться Богу. И молиться Богу как можно больше, чтобы Дух Святой, чтобы откровения Божьи приходили к нашим детям, чтобы они были обогащенными этими откровениями и вошли в океан жизни, были водимые Духом Божьим. Слава Богу! И последнее. Сегодня во время занятости воспитание детей очень ужасный перекос. Ужасный перекос. Чем он связан? Папы по долгу работы очень много отлучаются от дома и уезжают на 10 дней, на 12 дней. Большая тяжесть ответственности ложится на матерей. Хочу вам сказать, папы, если вы даже уезжаете на какое-то время, приезжая, вы должны очень много времени уделить для ваших детей. Почему? Потому что в семье, смотрите, две модели воспитания, они точно и ясно должны иметь свое место и значение. Отцовская модель и материнская модель. И если только материнской, отцовской нету, значит, уже большущий перекос. Это абсолютно две разные модели воспитания. Но они вместе сложены, вот тогда получается большой эффект. Отец. Отец в семье. Одно слово. Отец, за ним уже очень много стоит. Отец – это тот, который эксперт есть. Отец – это тот, который анализ произведет. Отец, который даст наставление. Отец, который скажет, как закрутить, открутить и как что поставить. Это отец. И если какие-то сложности, то дети бегут до папы. Папа, как это разрешить? Это отец. Материнская модель воспитания. Мать, она строит семью, она творит атмосферу в семье. И больше до мамы, я помню сам, как мы бегали. Чего? Мы бежали, когда нужно тепло, когда можно там слезки полить возле мамы и согреться теплотой. Это мамина задача. Так вот, единение этих двух моделей, оно имеет огромнейший эффект. И поэтому, друзья, не упускайте эти возможности, приложите все усилия, чтобы ваши дети, наши дети, все наши дети прошли, вошли в океан жизни, и чтобы они были сильными христианами, были сильными людьми, сильными семьями, и чтобы они дальше были как столб и утверждение истины. Я хочу вместе с вами поблагодарить Господа. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, слава. Господи, помоги. Господи. Господи, помоги, я прошу Тебя во имя Иисуса. Я знаю много слез материнских, которые сегодня несет. Ты защити. Защити, Господь, церковь свою. Она Твоя. Аллилуйя. Аллилуйя. О, аллилуйя. Скламана ракамен штебе терек лойбе де чедерек лойдес. Господи, мы знаем, что поднимается разрушитель. Господь, дьявол пришел в ярость в это последнее время. Господь, дух либерализма так искусно сегодня, Господь, просто поглощает все святое и разрушает все святое. А мы просим Тебя одного. Господи, дай нам много Духа Святого. Изливай эти потоки. Изливай, Господь, на нас эти потоки откровений Слова Твоего, Боже. Мы очень просим Тебя, потому что нам так нужно и нашим детям. Мы живем в смутное время, когда Господь пытается эти силы разложить внутри и семью, и церковь, и личность, и детей наших. И мы просим Тебя, защити нас в этом строптивом мире.
Защити и дай нам, Господь, мудрости, как правильно поступать, как правильно наступать на всякую силу вражью, для того, чтобы иметь победу во имя Иисуса Христа. Господь, я имею обетование вместе с моими братьями и сестрами. Ты сказал, что врата ада не одолеют. И когда будет смиряться народ, и будут плакать и молиться Богу, и смирится народ, и ты исцелишь, Господь, раны, и исцелишь землю. Аллилуйя, слава Тебе. Мы верим этому, Господь. Мы верим Слову Твоему, мы верим обетованиям Твоим, и поэтому так сильно хотим держаться за них, Господь, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, благослови эти семьи, эту церковь. Господь, мы просим искренно Тебя, чтобы и дальше эта церковь могла вместе с детьми, с подрастающим поколением быть столб и утверждение истины. Это самое, что главное. Господь, это был призыв апостола Павла и всех апостолов. И это призыв сегодня. Церковь должна быть столб и утверждение истины. А для этого, Господь, помоги каждой семье. Помоги родителям, помоги пасторам церкви, служителям Божьим. Благослови нас, Господь. Мы знаем, что мы пройдем это время. И мы знаем, что Господь нас ожидает вечность и наших детей. Только помоги нам и дай нам Духа Святого, и дай нам силы. Благодарим за это общение и просим благословения на грядущие дни. Просим благословения на церковь, на семейства, на детей. Просим благословения на пути, дороги, Господь. Да будет мир и покой, Господь, среди Израиля. Так многие праведники призывали. А мы просим Тебя, да будет мир и покой в семьях церкви и в этой церкви. А мы благословляем друг друга в конце служения именем Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш. Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Щоденний подавай нам на кожний день, прости нам провини наші, як і ми прощаємо. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Братья и сестры, я одну минуту, больше вас я не возьму. Я скажу одно, что этот материал вы можете иметь в полном объеме. Я сказал только с первого раздела некоторые вещи. Здесь можно иметь полностью этот материал, что такое своеволие, что такое упрямство, что такое поведение и так дальше. А также воспитывать детей, отец и мать. Это какая модель сегодня, ну какая, какой стиль и методы воспитания детей. И у меня есть часть большая материала, это семья, почему ослабленные семьи, элементы, разрушающие семью. Я не хочу в церкви сказать, купите все. Я скажу одно, что с 1 октября я уезжаю на Сибирь, в поездку, на миссионерскую поездку. Это то, что мне служит. И билетами, это то, что я делаю, за что я еду. Поэтому вы можете приобрести, и я вот это только дальше смогу продолжить служить Богу. Служить в поездках. А вам желаю Божьего благословения. Храни вас, Господь. Слава Богу, брати, сестри. Я хотів зробити дві об'яви. Перша об'ява, що в нас такі Біблії зараз є в бухгалтерії, декілька екземплярів небагато. Це український перевод Філарета, повна Біблія, тверда обложка, вона стоїть $30. Може, з часом буде м'яка обложка, але на сьогоднішній день в нас тільки є тверда, і вона стоїть $30. Хто має бажання, можете зайти подивитись і придбати. І друга об'ява – це до батьків. Закінчилось літо, і вже настав час знову реєстрації на українську мову. Цініть цим часом, що ми маємо, поки маємо класи, поки маємо можливість, направляйте дітей. Сьогодні ми будемо розпочинати реєстрацію, беріть аплікейшени. Якщо Бог дозволить, це буде добре, то плануємо почати школу з першої п'ятниці вересня місяця. Якщо хтось має бажання прийти допомогти в класах трошки поприбирати чи зробити ремонт, ви можете подзвонити чи до мене, чи до Женіка, тому що нам треба підготувати трошки класи. Дякую за увагу. Ви знаєте, слава Богу, каже, що служення є різне, а Господь і той же. Ну і апостольська церква часто любить говорити,
стояли на чотирьох столбах. І вони постійно перебували в ученні апостолів, в общенні, в проламенні хліба і в молитвах. Сьогодні, як ніколи, учення, учення. І ми були дуже уважні. Розумію, що буває нелегко слухати, коли дуже довге учення, правда? Коли преподається. Чомусь в школі колись, я так сидів і слухав, і думав, прийняли вчителя, як можна сказати, як за правило, 45 хвилин урок. Воно, мабуть, більше ефект має. А якщо дуже длінний урок, то навіть ми в зрослі то не вміщаємо. Так що так, тим більше діти. Ну, але, думаю, корисний матеріал. Давайте будемо розжовувати те, що ми сьогодні почули. І хай нас Бог благословить. Саме більше наша нужда, переживання сьогодні за сім'ї наші, за дітей наших, щоб вони були спасенними, щоб дійсно диявол не розлагав із середини, а щоб ми були сильні в вірі, і щоб ми дійшли до самого кінця і залишилися вірні Богу. Щоб ми стали перед Богом і сказали, Господь, ми і наші діти, які дрова для нас. Так що хай Господь благословить всіх нас. Читаю нужди, які поступили, і ми будемо йти до заключної молитви, будемо молитися за нужди народу Божого, і тоді з миром Божим будемо роз'їжджатися. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог дав свободу від гріха. Батьки просять. Дорога церква Христова, прошу вас помолитися за мою нужду. Господь знає нужду мою. Нехай вийде на поміч. Я вірю в молитву церкви, сестра просить. Дорога церква, будь ласка, помолитися за Надю Ісак. В неї сьогодні день народження. Дякуємо. Поздравляємо Надю Ісак. І ще брат Іван Рудомський теж пише. Возлюблена церква, дорогі браття і сестри, помолітесь за мене, поблагодаріть, значить, Господа, Он мой любящий, который сохранил мою жизнь и мне продлил до, значить, до великой крепости. Слава Богу, нашему любящему. Сегодня мне 89 лет. Значить, брат Іван Родомський, кому 89 років, і видно, діти і внуки, поздравляють його такими словами. Папочка наш родной і любящий, дедушка славний і милий, з днем рождения тебя поздравляем. Всяких благ в твоей жизни желаем, чтобы ты не болел, чтобы ты не старел, чтобы вечно ты был молодым и красивым, веселым и добрым и нежным таким. Целуем мы добрые, славные руки с любовью к тебе, твои дети и внуки. Так що поздравляємо, брат Іван, хай Бог благословить вас. І так само Надя Ісак, Божого благословення. Ну і читає місце, яке в свій час Господь сказав Моїсею Аарону, щоб благословляли синів ізраїльських. Да благословить тебе Господь і сохранить тебе. Да призріть на тебе Господь світлим лицем своїм і помилує тебе. Да обратить Господь лице своє на тебе і дасть тебе мир. Так пусть призывает ім'я Господне на синів Ізраїлевих, і я благословлю їх. Брат Іван, хай Бог вас благословить. Прийшов брат Іван через трудності, через скорбі, через узи, страдання, але до цього часу Бог зберіг його життя. Стільки, скільки він пережив. І сьогодні 89 років, світлий розум і головне на ногах. І кожен раз собрання, ніколи не пропускає. Мало того, що в своїй церкві, а ще в других церквах буває, має ревність. Так що хай Бог благословить вас, дасть вам таку ревність до кінця дійти. Так що бажаємо вам Божого благословення. Ну і так само сестру Надію. Хто має ще нужду моє сказати? До мене подзвонив Євгеній Герасимов перед зібранням і просив молитися за сестру Любу Редько, за його тещу, яка знаходиться в госпіталі дуже в тяжкому стані. Попала якась інфекція у кров. Треба міняти кров, каже, переливати. Але така неможливо, тому що дуже мало кислороду в крові. Плюс дуже багато води вокруг серця. Ну, куча каже, цілих проблем, знаходиться в реанімації. Я розумію, що на все є Божа воля, Боже приділення. Я так і казав. Якщо вже цей час прийшов для того, щоб перейти в вічність, ну, ми скажемо, хай буде воля твоя. Але якщо Господь продовжує ще життя, то Господь дай ще здоров'я, щоб людина не мучилася. Будемо молитися, щоб Боже приділення було і Божа милість. Ну і брат Василь до мене підсів, бабчанник, яка дзвонила Віра Пасько і просила молитися за Веню Паська. Я говорив з нею перед зібранням теж. Вона до мене дзвонила, сестра Віра плаче, молиться. Тому що Веня Пасько, як ви бачили, в якому положенні. Не в хорошому положенні, дуже не в хорошому. Будемо молитися, щоб Бог сам дав йому повну свободу, тому що він не є свобідний, який заходив сюди. Будемо молитися, щоб Господь сам являв свою милість і освобождав таких подібних, ну і Веню Пасько дав йому повну свободу. Можливо, ще хтось має якусь нужду, будь ласка, скажіть, ми будемо мати нашу молитву. Брат Вася Рубашка просить, щоб за нього молилися. Ми молилися в братській кімнаті, він просив, сильно болить рука.
немає здоров'я. Буде молитися, щоб Господь удалив ті болі, і явив свою милість над вашою рубашкою. Ну і за Віктора Кочерняка будемо згадувати далі, щоб Господь восстановив його здоров'я, ускорив цей процес, і щоб Віктор Кочернюк міг бути в зібранні знову з нами разом. Буде молитися. Я розумію, що в кожного із нас є в родині ті, за яких ми молимося і просимо, Боже, спаси, приведи їх в церкву, дай їм ревність, дай їм бажання служити тобі, йти в собрання і бути вірним Господу. Я розумію, що кожен має, якщо не в сім'ї, то в родині. Давайте будемо нести їх на руках молитви до Господа. Бог сильний спасати. Давайте встанемо наші ноги, вознесемо щиру молитву до Господа, молимося. Боже наш, ми ще раз цей час перед тобою стоїмо, Господь. Возноси молитву до Тебе, Ісус, дорогий, умоляю Тебе святе лице. Почуй нашу молитву за нужди Твого народу, Господь, наш Бог. Всі ці нужди ми несемо до Тебе на руках молитви. Умоляю Тебе, Ісус, дорогий, спасайся від грішників. Навертай заблучення до правди, роби свою славну роботу в цей останній час. Являй силу і славу Тобі, Ти є сильний наш Бог, Ава Отче. Наша молитва до Тебе, Господь, за в'єдні паська, Господь, дай йому повну свободу, освободити його, Ісус. Ти один є Бог, який може це зробити. Батьків переживання в слізах, Господь. Мама плаче, Ісус, дорогі. А ти є Бог, Господь, який може дати свободу один, Ісус. Яви твою силу і славу. Ти бачиш любу Радько, яка знаходиться в госпіталі, Господь, Ари Бог. Яви твою силу і славу. Ти є Бог сильний творити чудеса. Ти можеш явити чудо, Господь, і дати здоров'я. Але якщо цей час прийшов для переходу, Господь, ми кажемо, хай буде воля Твоя святая. А удали болі, Господь, страдання, Ісус, щоб вона не страдала, Господь, не мучилася. Надари, Господь, сестра просила своїх дітей, бородаш, за синовей. Господь, яви Твою милість над ними, Ісус, дорогі. Спасайте, я сильний Божий, би спасати. Вася рубашка нуждається від сили, Господь, дай йому здоров'я, ісцели його, Господь. Удали цій болі, Господь, Ари Бог, Тоже, дай прошу. Віктор Гочерняка, ісцели, бородаш, Толіка Бовця, яви Твою силу, Господь, славу. І останніх хворих ми несемо до Тебе на руках молитві. Просимо милості Твоєї, просимо благословення, Господь, ісцілення, сили Твої, Господь. Ми Тебе просимо, благослови, Господь, Надю Ісак, який день народження, Господь, благословити її. Хай не виростає в славу для Тебе, Господь, на раді батькам. Брат Іван Родомський, якого сьогодні день народження, Господь, 89 років прожив. Боже наш, дуже багато бачив, Господь, в своєму житті. Господи, пережив багато страдань, Ісус, за ім'я Твоє. А до цього часу Ти хранив його, Ти давав йому ще здоров'я. Він в повному здоров'ї, Господь, Ари Бог, Ісус, дорогі, на ногах. І саме головне, здоров'я, ще чистий розум. І надалі благословити його, Господь. Дай йому цю добру пам'ять, добрий розум, Господь, до самих останніх днів його життя, скільки назначили на цій землі. Благословити його, Господь. І останні всі нужди ми несемо до Тебе, на руках молити і просити Тебе. Спасайся, ні грішників. Господь, наверни їх на дорогу правди. І роби свою славну роботу, Ісус. В якому домі є переживання, тривога, Господь, скорбі. Зайди в той дім. Яви Твою милість, Господь, Ари Бог. Там, де немає миру в сім'ях, дай мир, Господь, ті сім'ї. Молитва наша за Україну, дай мир для України, Господь. І цей край, де ми живемо, благослови. Продливаючи мир і спокій в Україні, збережи цей край всякого бідства і нещастя. І пробуди цей край, Господь. Пробуди нас, християн, американський народ, Господь, Ари Бог. І дай власть імущим мудрості, Господь, і страх і божественний. Перед тобою хотіти правильно і приймати правильні закони. Наш Господь, дорогі, на Тебе надіємося, ми уповаємо на Твою милість Твою. Просити благословення при нашому роз'їзді, храни в дорогах, в транспорті. Господі, вранці, коли ми прибудемося, благословляй, Господь, весь цей робочий до кінця тиждень, благослови і будь з нами. На Тебе уповаємо ми і Тебе саме дякуємо, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа.